Так, ну что ж, сразу начинает. Да, Т2 просто залетело. Двоечка. Так, сбивает. Т2 еще. Т2 в джебы, хорошо. Телепорт, оверхед. Один команник. Вот это хорошая тема. Единичка, команник, назад, правильно. Вот, ну, хорошо. Осталось просто вперед кинуть и зарядить команник. Так, чекает коленочку. Ну, ниндзя там пытается прыгнуть. Ой, ну, смотри, прыгнул. Но только не наказал никак в итоге. Хороший АП-2. Где? И все. Бомба есть. Зачем? А, ну, в принципе, по сути, он кинул его сейчас назад, но если бы он кинул его вперед, он бы зарядил уже КБ на броске. Видно, что какой-то мисс-импут немножко был. После оверхеда командник не вылетел. Так, ой, упал. Ой-ой, наказывай. Прыгает в ноги к императору. Да-да-да. Ну, и говорит, склонись. Но это была обманочка, видишь, сразу это. Сбивать его начал. Хитрая машина, терминатор. Так, возможно, он УС делает, там. Перекатик если... пошло. Если ты нажимаешь оверхед телепорт. Ой, просто смотри, что творит. Блоки оверхед телепорт, и тебе просто оверхед. Так, плюс. Ну, 350 урона есть, это. Отлично. Из угла вышел, и все. Ну смотри, 1-1 по раундам. Все-таки прям второй раунд Иксио. Ниндзя взял это. У нас донат. Или не И? Вопрос подозреваю тебе, Паш. Ну, получается И, да. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку. Лоу не угадывает. Ой, так нагло. 1-2-1. Хорошо. Так, микс. Хороший. Я, смотри, прочитал, да. Какие командники? Я просто не понимаю. Да, иди вот они. Вот они. А, есть ПБшечка. Мы не обратил внимания. Хорош. Так. Так, есть дэмэдж. Ну, 390. Нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой, это что-то... Очень опасный сейчас мув был. Надо два просто на реакцию. Правильно. Все правильно, да. Так, ну и первую качку Найт Бродяга забирает. Микроуточки, да. Микроуточки. Микроуточки тащат. Все четко. Я, кстати, не обратил. Видимо, где-то пропустил, что командничек вперед он не сделал. Оказывается, бомбочка. Все четко. Хорош. Ну, тоже такая битва достаточно жаркая. Что-то пока это... Вас тут ниже, соберись. Соберись. Ну, у бродяги хорошая реакция. Я, правда, не знаю, сколько ему лет, но вот реакция нормальная, и бросочки рвет. По-моему, 15 писали, нет? А, ну тоже. Да-да-да. Молодчик. Ниндзя, по-моему, то ли 16, то ли 17. 15. Понятно. МК Kids. Ну вот, что я говорил, и бросочки, и вот этот вот напрыжечку сразу туда от инста D2. Все четко, ПБшечки. Молодец, на самом деле, да. А у нас тут загрузочка идет. Сейчас посмотрим. Придумает ли что-нибудь. Васнет Нинджа. Он же Миша. Так. Ну, командничек. Нормально. Вперед. Мити. Дэдин командник. Я пытался Ой, еще нажать, да, но наказали его. Плюс. Так, ну, нейтрал джамп. Ой, что-то никак, да? А, ну метра не было. Метра не было и... Видимо, я не знаю, может, бросочек читал. Еще вот, ПБ, смотри, прям ПБ-шит готов. Готов к шоукану. Урон. Так, ну 350 ну, тут... дэмэджа, да, есть. Вейк. Икс угадывает. Прыгает. Ну, ага. Так, один. Д2 опять. Смотри, прыжок Д2, это уже... Теха, походу, секретная. Так, ну под секан зашел. И раунд у нас Фастнет Нинджа забирает. Так... Ой, ой, что? Потому что два активных кадра. Два активных кадра. Так, жесть. Ой, хороший взор. Опять зачем вперед? Не понял. Ладно, Д2 на читке. Лоу. Прыжок, граб. Ой-ой, подловил. И назад. Все верно. Бомбу зарядил. Так, ресет, микс. Ой-ой, наказывай. Шорт-хоп делать. Так, все, не надо прыгать.
полностью. Шорткоп из ворот. Так, ну тут сейчас очень тяжело будет из угла вылезти. Все-таки шоукан, тут одна ошибочка, и тебе пол лица снесут. Ой-ой. Не так, очень и... хорошо, съел. Угу. Ой, джебы. Ты один. Да, не ест, смотри, терпит. Все-таки вскрыл. Так, отстрелка. Ой-ой, куда прыгнул? Ай, телепорт засейвил, конечно, да, от этого копья. Есть бомба. Не забываем на командике. Ну да, сейчас будет очень больно попасться на этот командник. Да, что это такое? Что это просто, да? Так, он просто в него вбежал. Так, ждет телепорт. Угу. Командник. Вот, вот сейчас было бы КБ, кстати. Если было бы спешл. Так, окей. Просто ногой сбивает на прыжку. Я не знаю, как это. Этот бионический прыжок Шоукана. Который, походу, там, да, да. Не очень хорошо этот имеет хитбокс атаки. Так, еще аптачку, можно, да. Ну, Рок. Не знаю, тут уже очень опасно. Чип. Микс. Ай, ну, нет, не повезло тут бродяги на самом деле. Там... Сколько? 550, рассчитывал, наверное, он подловить. 580 здоровья. С учетом того, что если бы оверхед граб зашел, КБ, ФБ. Ну не знаю, пятихатку там можно выжить. Можно было. Но ниндзя, ну, да, угадал. Микс. Ну, ниндзя не повелся, видишь, угадал и забрал катку. Ну, в любом случае, тут тяжело было уже с таким лайфлидом отыграться. Прям фарт был нужен очень сильный. И, к сожалению, не повезло. Саб-зира. Так, наигрался. Посмотрим сейчас, как вас от ниндзя отыграет против Саб-зира. Да? Что-то задумался, бродяга. Ну, блядь, ладошки вспотели. Да-да-да. На самом деле, неприятный матчап для Шоукана, вообще Саб-зира. Ну, Сабу очень хорошо панишить любое фуфло, там, какой-нибудь B3, там, на фулл рейнже. Ну там еще вот этот слайд 11-кадровый, который просто наказывает все. Да. Особо не покидаешься. Да. Так. О! Вот он слайдик. Привет, говорит. Вот тебе заморозочка. Ой-ой-ой, как он перелетел. Да, перелетел удачно. Хорошо впрыгнул. B3-2-1. Один. Так, там кого-то ПБшнуть хотел, блок отпускал. О, опять перелетел второй раз, смотри. Очень опасно, да. Ой, налетел на комбо тут. 411 дэмэджа. Тут куда от них денешься? Да, и в 20 лайт. Отлично. Лучшая техника в МК. Ой, хорошо, забайте вот так на полку, так, отошел. Да. Нет, не стал КБ тратить, смотри. Ой, D2. D2 просто. Бросок. Ну, в угол забрасываем, да, тут. D1, прыжок. Ну да, тут надо затыкать, просто молодец. Затыкал просто. Сжег все метры. Чип дэмэдж просто уничтожил. Ой, неудачно прыгнул. Бигдэш, паниш. Есть паниш, да. Отлично. Так, истребление. Найс дамаг. Да, 368. 2 метра. Наказало в 2 слайд, хорош. Блин, ну на термике лучше получалось. Надо что-то, да, думать. На термике получше шло. Тут что-то прям это... Пока что так, удача на стороне вас от ниндзя. Ой, да, опять паниш слайда. Паниш. О, что-то очень много дэмэджа наносит. Прям вообще Дяга не просто... везет. D2. А, и просто поджопник D2 ему дали. Да, что-то не пошло на Саб-зира вообще. Че, сейчас Джеки будет? Не знаю. Тимуру надо задуматься. Или правильно, Теймур. Наверное, так, да? Теймур. Он же ночной бродяга. Давай ночной бродяга. Да, получается, Джеки, он пишется. Понятно. Тут вопрос, совсем ли ему пофиг на деньги или нет.
Ну, он же говорил, что с призовых хочет купить себе новый пад. Mm-hmm. Поэтому. Видимо, не пофиг. Ну, посмотрим, получится ли сейчас у вас от Нинджа преодолеть Джеки. Все-таки Джеки это топ-тир. Да. И обычно проигроки к ней обращаются, по крайней мере, с СНГ. Прям как к последнему инструменту, чтобы отыграть. Так, думает. Ладошки протирает бродяга. Ну, видишь, берет такие паузы, чтобы самому передохнуть, немножко сосредоточиться, по всей видимости. Да, да, да. Это правильно. Чуть-чуть отдохнул, как бы, чатик полистал и погнал. Вот, я так понимаю. Так скажем, это такой внутренний дзен. Да. Словить, чтобы накаточку. Ну, посмотрим, как ниндзя с Джеки справится. Да. Это будет интересно достаточно. Ой, ой, прям просто не долетела, да, она. Так, так, так. Просто копье словила. Так. Хорошо, еще смотри, как это словил. Молодец, закомбил. Дело. Отлично. Не забываем, что у Джеки 950 хп. Да, тут 150 хп разница. Лайфлибность, так, это очень сильно. Смотри, прыгает. Ага. Так, так, так. Тык-тык. Ой, 2-3. Бросок не в ту сторону рвет. Ну, не рвет, короче, эскейпел. Угу. Так, ролл. Улетел. Вообще не шимится. Просто терпило. Да, ой, да, терпит. Хорошо. Усиление, кстати, правильно. Так, есть, смотри, уже тут вот... Вроде, убивает? Да, по процентам кажется не так много разницы. Блин, 500 хп против 200 было сейчас. И это матч-поинт для вас, Нинджа. Я очень надеюсь, такого... что бродяга не будет меня винить, что я забайтил его на термик, и он проиграл. Так, да, один. Ой, единичка, хорошо. Так, тут смотри, пока что угол для шоукана. Отлично все. Не давит в листе. Ой, смотри, как просто нажимает и нажимает. Просто отлично. Интеракт? Не дает выйти. Да, интеракт. 315 урона. 3-3 на ай яй, куда просто? Не наказал еще вас от Нинджи, это никак, и немножко паника, еще поживет. Паника, у бродяги паника. Так. Да, бродяга в панике просто. Вот тильт. Давай, соберись. Бросок. Отлично. Так, да, иди. Ну, шанс еще есть. Угадывает. Зачем угадать? Надо было припевать 9-фреймовым мидом? Ой-ой, это ФБшечка должна быть. Нет? Тихо, тихо, только не зашимся. Так, Д3. Угу. Тихо, 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 уже. Немножечко подразвел. Ой-ой. Так, все, она вообще ой-ой. Без метров. Она просто вообще без метров. Тут все, ну тут я не знаю, что делать. Да. Гега, братан. Это смерть. Фаталочка? Нет? А, ТБшка. Не, не стал фатал. А, стал все-таки, да. Не, мерси. Ой, мерси. Это френд Бальфлёк. Поздравляем вас на Ниндзю. А бродягу мы, получается, увидим у Зирах. Да. Кан и Кан. Бродяга, ну, молодец.